Короткий комплекс для высвобождения шейно-грудного отдела. У нас есть вот такое положение, когда компьютерная шея, когда люди постоянно смотрят гаджет, перерастягивается задняя часть, сжимается передняя. Возвращаем все на место. С дыханием раскрываем плечики, ладони в стороны, вдох. Лопатки соединили. Выдох. Дышим, вдох. Выдох. Плечами, лопатками двигаем, вдох. Выдох. Теперь ладошки более активно раскрываем, вдох. Ладони заворачиваем на себя, локти в живот, выдох. Круглая спина. Вдох. Раскрылись. Выдох, закрыли. Вдох. Выдох. В правую сторону вдох. Выдох. В левую вдох. Выдох. В правую вдох. Выдох. Левый вдох. Выдох. Хорошо. Немножечко нижний отдел еще запустим. Берем, давайте, руки на почке, ладошки на почке. В одну сторону покрутили. Угу. И в другую сторону. Нам надо оживить позвоночник, прежде всего, плечевой отдел. И переходим к шейному. Это позволит, кстати, запустить энергию телесную в голову, все процессы, все зажимчики убрать и в большинстве случаев, во многих случаях, избавиться от головной боли. Имейте в виду. Давайте сначала движение свободное вниз, голова, вверх. Вниз, выдох, вверх, вдох. Выдох, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Голова прямо. Выдох. Повернулись в левую сторону. Вдох. Прямо выдох. Право вдох. Выдох. 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 Хорошо. Пальчиками коснулись пола. Потянулись вниз, как будто бы коснулись пола. Правое ухо вверх. Вдох. Выдох. Левое ухо вверх. Вдох. Выдох. 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 Отлично. И теперь начинаем рисовать макушкой на потолке круги. Не входим в максимальное состояние, в максимальную амплитуду. Постепенно. Давайте. Три. 4. Рисуем круги. 5. 6. 7. 8. В другую сторону. Раз. 2. 3. 4. 5. Можно увеличить амплитуду. 6. Замедляться. Замедляться. Нежно проходить болезненные участки. 7. 8. Хорошо. Ладошки на затылке. На затылке.
И начинаем толкать голову вперед, вот под затылок, вот в этом направлении, чуть-чуть вверх, под затылок. И головой сопротивляться. Дышим, вдох, сопротивляемся, выдох, вдох, сопротивляемся, выдох, толкаем, вдох, выдох, вдох, выдох. Голову отводим назад, сопротивлением, вдох. Теперь вперед, сопротивлением, локти вниз, выдох. Вверх, сопротивляемся, вдох. Вниз, сопротивляемся, выдох. Все время как бы вытягивая шею, вот голову из туловища за шею. Вдох. Такое вытяжение создаем, выдох, локти вниз. Вдох. И прямо, выдох. Почувствуйте, как меняются ощущения в шее, в голове. Правая рука на вот сюда, на височную область, да? Давайте. Толкаем, вдох. Толкаем, выдох. Толкаем, сопротивляемся, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Если вы работаете с компьютером, много думаете, это вот для вас. Вдох. Выдох. Или дискомфорт в шее появился. Вдох. В голове. Выдох. Зрение падает. Умственная деятельность. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Потянулись. Давайте одной ручкой пальчиками вниз. Вдох. Выдох. Хорошо. В другую сторону. Почувствовали шею, вдох. Чувствуем те места, которые активны. Пальчиками в пол. Выдох. Хорошо. Отпустили. Теперь толкаем голову назад. Вдох. Выдох. Сопротивляемся, вдох. Выдох. Сопротивляемся, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отпускаем. Хорошо. Голова назад. Вдох. Вперед. Выдох. Покачали вправо-влево. Покачали. Покачали. Подвигали. Хорошо. Теперь киваем так вперед. У нас как будто бы лижем себе грудку, как кошка лежит у нас. Прямо. Правое плечо. Левое. Как будто слезнуть хотим. Прямо. Киваем. Теперь обратно. Обратно. Раз. Два. Три. Четыре. Правое. Раз. Два. Три. Четыре. Левое. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. И еще одно движение. Вот пробуем повернуть голову вправо, а правой рукой не даем повернуть. То есть не даем произвести вот такую ротацию. Дышим, вдох. Выдох. То есть пробуем заглянуть туда, вот вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Отлично. Теперь в другую сторону. Пробуем туда заглянуть, влево, вдох. Левой рукой не даем. Выдох. То есть поворот головы, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Отпустили. Почувствовали шею. Подвигали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. На этом можно закончить. Наблюдаем за ощущениями в голове, как вот зрение, ну, что меняется, да? Я еще обычно делаю такие вот свисания, то есть наклон.
вперед, голова висит. Вот такое. Вот рекомендую, вот весь этот позвоночник можно вытянуть. Угу. Хорошо. Ну, какое-то время можно вот так повисеть. И собака головой вниз, вот йоговская поза, тоже можно повиснуть, подышать. Попробуйте, есть ли эффект?